Минздрав взял на особый контроль проблемы первичной медицинской помощи в Алтайском крае. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы Николай Герасименко. По его словам, в этом году увеличится финансирование сельских больниц. Медучреждения смогут закупить новое оборудование за счет краевого и федерального бюджетов. Первичная медицинская помощь за последние 10 лет резко сдала свои позиции. Закрывались ФАПы, закрывались больницы, нехватка оборудования, машин скорой помощи. Герасименко отметил, что в сельских больницах по-прежнему стоит проблема нехватки кадров. А одной только программой «Земский доктор» невозможно удержать молодых врачей в деревне. В бюджете региона на 2019 год заложены средства на повышение зарплаты и предоставление льгот на коммунальные услуги алтайским врачам. Также Николай Герасименко подчеркнул, что в этом году упор будет сделан на профилактику заболеваний. Он напомнил, что Алтайский край опережает регионы Сибири по количеству больных онкологией. Ранние осмотры и диспансеризация позволят предотвратить развитие болезни. Напомним, с 1 января работник может взять оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.